Приветствую всех гостей, подписчиков моего канала Итадакимас. Друзья, сегодня я решила приготовить интересное, прошу заметить, бюджетное и очень вкусное блюдо из куриной грудки. Для приготовления этого блюда нам понадобится вот такое очищенное куриное филе. Филе от двух куриц. Берем филешки, вот это все обрезаем и разрезаем ее пополам. Получается две вот таких части. Если вы хотите удивить гостей, порадовать всех, то можно сделать их побольше. Тогда, естественно, нужно увеличить ингредиенты. Кстати, друзья, все ингредиенты у меня в описании, как всегда. Теперь, друзья, берем вот такую штучку и отбиваем наши половинки. Можно, конечно, накрыть пищевой пленкой, но я не вижу в этом необходимости. Делаем ее шире, как бы побольше, ну и помягче. Теперь солим, перчим все это по своему вкусу. Я, как всегда, друзья, солью адыгейскую. Добавлю чуть-чуть перчика. С одной стороны посолили, поперчили. Переворачиваем и все то же самое проделываем со второй стороны. Все приправки на свой вкус. Наши отбитые филе пусть отдохнут, а мы займемся начинкой. Нам понадобится вареная картошка и луковица. Начинка проста, но вкус, я вам скажу, будет достойный. Это сочетание безупречное. Нарезаем лук. Сковородку смазываем сливочным маслом. А чтобы сливочное масло не подгорало, нальем еще растительного. И обжариваем лук. Друзья, на моем канале есть много интересных и простых рецептов, как на каждый день, так и к праздничному столу. Поэтому подписывайтесь на мой канал, бейте в колокол и пишите комменты. Лучок готов. Теперь вместе с маслицем мы добавляем его в картошечку. И все это перемешиваем. Посыплю картошечку зеленью. Все это перемешаю опять, чтобы зеленочка попала во всю начинку. Теперь, друзья, берем у кого что есть, пиалка, кружка, и кладем туда, в серединку, нашу филешку. Приблизительно вот так, ложку чуть больше. Кладем нашу начинку и закрываем краями отбитой филешки со всех сторон. Заворачиваем начинку, чтобы начинка была полностью внутри. И получается у нас должны вот такие куриные пампушечки. А теперь берем форму, смазываем сразу маслом и выкладываем готовые пампушки в форму. Все наши смаченные куриные пампушечки смажем сверху майонезом. Можно сметаной, можно чесночок туда еще добавить. В общем, импровизируйте. Майонез у меня, ребята, домашний. Кто не знает, как я делаю майонез, ссылка в описании. И теперь, друзья, убираем наши куриные пампушечки в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Достаем наши куриные пампушечки и теперь посыпаем каждую сыром. И убираем опять в духовку еще на 10 минут. Вот, друзья, прошло еще 10 минут, и вот такое замечательное блюдо получилось. Кто-то их называет куриными мешочками, куриными бомбочками, а у меня это куриные пампушечки с секретом. Всем приятного аппетита, всем peace, а я, как обычно, побегу за новыми!